Привет, Фред, ты говоришь, что безголосики не умеют тянуть ровно ноты. Посмотри, плюс тут Танкян с 1.58 по 2.46. Достаточно ровно, особенно 2.41. Спасибо, значит, посмотрим. 1.58 по 2.46. Уже нота, видишь? Такая прямая. Да, здесь это обычно вибрато, я же не про это говорю. С вибрато тебе, как бы, ну, кто хочешь, можешь протянуть ноту. Я совершенно не это говорю. Я не говорю то, что безголосик не может. Я могу сам ноту протянуть. То есть, имею в виду, что держать долго и не задохнуться, и там даже какой-то вибрато на нее положить. Помните, даже в этом были куски в... Там, конечно, все в нос было спето, но «Стигмата», «Сентябрь». Там тоже были какие-то моменты, где нота прям тянется, там какой-нибудь «Убийца плачет», какие-то вибраты, там еще что было. И поэтому нет, речь не про это, речь про то, что просто ровно ноту продержать без вибрата. Death, we know. Вот здесь уже меньше вибрат, уже «Death, we know». Вот это вот начинается. Comes to all of us alive. Да, это просто... Вот такое вот, как бы, жуткое, жуткое дрожащее баранье вибрато. Да, это оно. То есть это не... А вот это, видишь, вот такая нота сразу же. Обычный лошадиный вибрато. Поэтому не, стандартный, как бы, стандартный американский просёк. Да не, это обычный безголосик. То есть, говорю, здесь чуда не бывает. То есть, ни разу в жизни не было и не будет никакого чуда.